Всем привет! Вы на канале NCAP. И сегодня я буду показывать мою одежду, которую я купила к школе, и не только. Это будет Back to School Haul. Я надеюсь, что вам понравится такого рода видео. Поехали! You and I and nobody else. In the feelings I never felt. Так, в этом холле я покажу не только школьную одежду, а также просто вещи, которые я взяла себе на повседневную носку, потому что мне так захотелось. И начнем мы с школьных блузок. У меня есть вот такая вот блузочка из Glory Jeans. Вот эти вот завязочки нужны, чтобы завязать пантик. Вот такая вот легенькая беленькая блузочка. Она стоила примерно 300-400 рублей. Также я купила вот такой вот свитерочек розового цвета в H&M. Я покупала его не только для школы, но и просто. Я очень давно хотела себе свитер и остановилась на вот таком вот розовом. Он стоил 900 рублей. Далее вот такие вот офигенные джинсы черного цвета из Бершки. Я их покупала вместо брюк в школу, так как мне удобнее в джинсах, потому что в прошлом году я покупала именно брюки, и после первой стирки они уже стали все в катышках. А вот джинсы — это самый удобный и классный вариант для школы, тем более, что они выглядят как брюки, и плюс ко всему они еще на завышенной талии, я давно таких мечтала, и стоили они 1400 рублей. А вот в этом я пойду на первый день в школе, так как я пропущу там один день. В общем, всю информацию можете узнать в видео, как я собираю чемодан в Турцию. Да, в данный момент я нахожусь в Турции. Но видео снимаю для вас заранее, чтобы потом выложить. В общем, еще я купила вот такую вот белую блузочку, тоже из Glory Jeans. Она точно такого же материала. Тоже стоит 300-400 рублей, но она с короткими рукавами и на пуговичках. Я купила вот такую вот юбочку. Она обычного черного цвета, в форме трапеции. Тоже давно о такой мечтала, потому что у меня было очень мало юбок трапеции. У меня была в прошлом году карандаш, но мне гораздо больше нравится форма трапеции, потому что она подо все подходит. И в этом году у меня получился такой базовый гардероб, чему я очень-очень рада. Также вот такая вот белая рубашка с длинным рукавом из детского мира. Она стоила, кажется, 349 рублей. Я считаю, что это очень дешево для рубашки. При этом она хорошего качества. У нее круглый воротничок. И также вот здесь вот такие вот полосочки. В прошлом году у меня была такая же, точно только с коротким рукавом. На этом почти закончились школьные вещи. И также в этом году я не покупала платье, потому что оно осталось у меня с прошлого года. И некоторые блузочки какие-то, еще юбка. В общем, некоторые вещички остались с прошлого года, я их буду в этом году также носить. Вот эту вещь тоже можно считать школьной, потому что я купила вот этот топ для физры. Он из магазина Твое. Как вы видите, здесь надпись Star Wars. Это коллекция Звездных Войнов в Твое. Стоит он по скидке 200 рублей. А вот это моя любовь. Это розовое укороченное худи. Тоже из Твое. У него еще небрежный конец. В общем, на фотографии, я думаю, вы все увидите. Я еще ни разу не покупала себе худи, и это, можно сказать, мое первое худи. Хотя у меня было что-то похожее из H&M, но у него был очень-очень тонкий материал, и вот это вот полноценное худи. И еще я купила в Бершке две куртки. Это был мой первый поход в Бершку, и из Бершки я вышла с тремя покупками, две куртки и джинсы. Одна куртка на позднюю холодную осень красного цвета. Вот на этой фотографии вы можете ее рассмотреть. А вторая куртка — это бомбер. Кто не знает, бомбер — это что-то типа ветровки. Я ее брала на весну, на лето, потому что иногда можно будет и летом одевать. В общем, бомбер я очень-очень давно хотела и выбрала именно голубенького цвета, хотя там были и красные, и зеленые, розовые, но я взяла именно голубенькую. И куртка, которая красного цвета на позднюю осень, тоже была в разных расцветках.
Ну, а на этом все мои покупки из разных магазинов закончились. Я вам устроила небольшой хол. Надеюсь, что вам понравились эти вещи и вообще мое видео. Если это так, то ставь лайк. Также подписывайся на мой канал. И я вас очень всех люблю. Всем пока-пока!